Всем привет! Как всегда, приехала посылочка. В этот раз приехали моноподы, два штуки, с крепежом для телефона и, по-моему, с двумя Bluetooth-пультами для запуска видеосъемки или фото. Оценил, сколько стоимость монопода, не помню, по-моему, в районе $9, по-моему, ну, одного. Но точно не помню. Ссылку продавца кину под видео. Там зайдете, посмотрите, если что, купите. Продавец довольно нормальный. Сейчас посмотрим, как упаковано, целое, не целое. И скажем в итоге, что. Оценил продавец $8. Должно быть видно. Вес 400 грамм. Написал ZipIQ какой-то, два штуки. Что такое ZipIQ, не знаю. Ехала простой почтой, Чинопост, и доехала за 24 дня. Ладно, давайте вскрывать и смотреть, что там у нас лежит внутри такого интересного. В принципе, да, вот они. Один крепеж. Так, один пульт. Второй. Так, вторая держалка. И два монопода. Такие простые моноподики, хотя у меня в самом штативе тоже ножка откручивается, делается как монопод. Более такая массивная, но она тяжелая получается. Хотя штатив, ну, алюминиевый, по идее, должен быть легкий, но получается совсем вместе, именно с головкой для держателя камеры, она сама тяжелая по себе. Ладно, решил купить такие вот моноподы. В принципе, довольно известная штука в интернете. Так, у нас здесь получается сразу закручивается. Сбоку тоже можно фиксировать. Здесь у нас зубчатая система. Зажал и все, не улетает никуда. Сам монопод довольно туго выдвигается. Да, очень туго. Ну и в принципе он даже очень длинный, я бы сказал бы. Как его так, шух, продемонстрировать. Ну, в принципе, нормально, не болтается нигде ничего. Не трясется. В принципе, качество более-менее терпимое. Он еще и удлиняется каким-то образом. Или что-то накручивается сюда. Сразу имеется у нас ремешок, чтобы не уронить. И здесь прорезиненная ручка. Написано Monopod Made in China. Так, второй тоже проверить. Так, вот здесь уже есть люфт. Что-то оно болтается. Где-то здесь она болтается какая-то. Плохо закреплена, зажата. Вот это вот. Да, это соединение. Угу, именно здесь. Ну, в принципе, тоже точно такое же. Все. Моноподики разобрали. А вот пульты эти, я, если честно, то даже не знаю, как они толком-то и работают. Bluetooth для iOS, для айфонов и андроидов, короче, грубо говоря. Для iOS и Android. Так, Stip on App Shoot. Что здесь у нас? Bluetooth версия 3.0. Так, ну что, не заряжается? А, здесь батарейка сразу. Частота 2,4 Гц. До 10 метров дистанция. Угу. Батарея держит 6 месяцев. В рабочем состоянии 10 часов, да? 10 часов в день. Или типа того, не знаю как. Так, ну, совместимость у нас здесь. Айфоны все, потом Samsung Galaxy, Note, Tab, Moto, Nexus. О, Xiaomi 3 Plus. Не знал, что есть Xiaomi 3 Plus. Ну, это, конечно, подразумевает, наверное, Mi 4. Ладно, Sony и тому подобное. Что у нас здесь? Сразу батареечка и батарейка вставляется, естественно, сюда. Интересно, мне самому интересно, как она работает. Может, даже штука с одной стороны может и бесполезна, а с другой стороны даже может и полезна. Точно не знаю, сейчас проверим. Чтобы не гадать. Как ее здесь? По идее, вот так, да? О, все, загорелось. И вставляем. Так, загорелась синяя лампочка. Камера. Так, где телефон? Так, нам надо что? Bluetooth.
сразу перейдем, наверное. Его, наверное, надо поймать. Ладно, пока. Или как оно здесь? Ребят, не знаю, как оно здесь работает. Так, это мы выключили, да? Он включить. Ух, надо, короче, изучать инструкцию, как его подключить. Я этой штукой раньше не пользовался. Абсолютно без понятия, как ее подключать. Ничего похожего у меня не было. Button, front, button. Так. Определение. Сыч, поищем. А вот какую-то клаву нашел. Что за АБВ? Home подключено, да? Keyboard. Да нет у меня клавы. Что это за бред? Ладно. Давайте перейдем. Смотрите, нажимается кнопка. Видите? Опа. Ну, давай. Ловит фокус. Что-то не могу понять. Нажимает, но не фотографирует. Какой-то бред. Но он подсоединился, да. Давай сделаем так еще раз. Давай фокус. Оп. Поймал. Дальше что? Двойного нажатия у кнопки нету. Кнопка-то нажимается одновременно, без задержки. Вот смотрите. На значок кнопочки на камере. Я нажимаю, одновременно и здесь нажимается. Так, Android. Но это для... А, вот, здесь получается перепутано все. Написано Android снизу, а сверху для iOS. Ну вот, в принципе, смотрите. Фоткает. Интересно. Сейчас, секунду, я отнесу телефон подальше, посмотрим, сфоткает, не сфоткает. А, телефон отнес в другой конец комнаты, где-то около 2 метров. Ну, дальше, 2-2,5 метра где-то. Но задержка идет. Да, задержка буквально... О, большая. Секунду. Раз, два, три, четыре. 4 секунды где-то задержкой. После этого только начинает фотографировать. Ну, в принципе, штука-то прикольная. Интересно, на камеру она будет работать или нет? Да, тоже на камеру тоже работает. Не обязательно фотографировать. Почему, мне интересно, вот это вот не работает? Это сразу. Ладно. Так, iOS. Здесь оно только как получается, как фокус, так? Или нет? Фокус. Интересно. А, получается, да, на эту кнопку сфокусироваться, фокус настроить, а потом это, сфотографировать. Что-то вроде того. Потому что на эту вот, если я приближу куда-нибудь близко, оно раз, сразу фотографирует, даже не успевает сфокусироваться камера. А это я нажал, она сейчас вот ищет фокус. Вот, более-менее настроила. После этого делаем фотографию. Ну, в принципе, штука интересная. Я думаю, даже будет в некоторых случаях она полезна. Тем более, ее можно подключать как к экшн-камерам. А то же самое GoPro, HJ, эти китайские, к телефонам. Я думаю, не только к Xiaomi и Samsung ограничиваются данным аппаратом. У всех телефонов, у которых есть Bluetooth 3.0, то, я думаю, они будут подключаться без проблем. Так что штука прикольная. Так, давайте крепежку посмотрим. Что у нас за крепеж? Так, в принципе, котяра. Котяра воет. Так, они обе одинаковые. Так, это у нас пластик. Здесь вот полистер этот или как его. Не резина, точно не резина. Это мякушка, как ее называть. Типа... поролона твердого. Не знаю, полистер или как он там, не знаю. Гадать не буду. Так, он даже у нас регулируется. Вверх-вниз. Ну, до 7-дюймового не дотянется планшета. Если хотите поставить, я не знаю, так просто как подставку использовать. Ну, в принципе, штука интересная. Раз, и можете себя снимать.
на телефон не фронтальной камерой, а заднюю, которая более высокое качество. Так, а это получается, да, держать за эту, натягивать и ставить. Ну вот такие вот дела, ребятки. Такая вот посылка, в принципе, я доволен. Работает все. Ссылочка продавца будет под видео, если не забуду в очередной раз добавить. Если что, напомните. И, в принципе, спасибо за просмотр. Если ролик вам понравился по распаковке, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на мой канал. И всем до скорых встреч, всем пока!